Всем привет, друзья! Сегодня очередной раз гуляю по крупнейшему в Рунете форуму о заработках и инвестициях в интернет. Наткнулся вот на такую интересную тему, как можно заработать без вложений. На самом деле, как? Мне тоже это очень интересно, потому что я принимаю участие и в проектах, в которых заработок идет с вложениями, и в проектах, в которых заработок без вложений. На самом деле, друзья, форум очень интересный, он будет интересен и тем людям, которые просто в интернет проводят время, и тем, кто занимается активно вложениями, инвестирует в высокодоходные рискованные операции, и просто кто работает на буксах. Для всех найдется информация, даже для сайта строителей. Очень-очень море, прям море информации. Чтобы это все прочитать, требуется очень много времени, друзья. Ссылка на регистрацию вы найдете под этим видео. Форум интересный, друзья, регистрируйтесь, не пожалеете, потом спасибо скажете. Так вот, касаемо заработка в интернет. Вы, наверное, видели сейчас наверху, здесь был такой баннерочек узенький. Сегодня хочу я рассказать вам о одной из тизерок, из которой, собственно, этот баннерочек сейчас и появился. Это тизерка Surferner. На самом деле, заработок идет без вложений, без вашего участия. Просто регистрируйтесь, вам показывают небольшие баннеры. Вот сегодня у меня просмотров 102, заработано 2,90 и от рефералов 280 рублей. Это статистика за сегодня. На самом деле все очень просто. Для того, чтобы здесь зарегистрироваться, надо перейти по ссылке, которая находится под этим видео. Когда зарегистрируетесь, попадете в центр управления. Друзья, при регистрации указывайте все свои данные правильно. Указывайте полные данные, и вам будут показывать больше рекламы. На самом деле это проверено. После этого устанавливаете расширение, нажмете сюда на эту кнопку, вам установится расширение из Google Play Market. Нормальное, официальное, проверенное расширение. Очень много людей им пользуются. После этого, друзья, рекомендую вам, просто рекомендую почитать все, что находится вот под этими кликабельными ссылочками. От этого очень зависит ваш доход. Многие новички приходят, я вот смотрю, вот у меня есть вся информация по моим рефералам, по доходам. Я смотрю, многие новички, не разобравшись, просто смотрят, им там 2 копеечки накапало, закрывают, уходят и больше никогда не появляются. Этим самым они просто теряют нормальный источник дохода. Зачем нужно следить, друзья? Многое вы узнаете из базы знаний. Вот я сейчас мышкой показываю, куда надо нажать, чтобы все это прочитать. Не поленитесь. Очень много нужного вы узнаете. Нужно следить за чем? Во-первых, за тем, чтобы капча всегда была введена. Это единственная тизерка, на которую необходимо вводить капчу. Стоять галочка. Далее. Квалификация должна быть постоянно. Без квалификации у вас не будет дохода. От чего зависит квалификация? Просто от вашей посещаемости. То есть постоянно должно быть включено это расширение. Все. Больше условностей нет. Если рекламу не показывают, баннеры не выпадают, нажимаете вот на эту кнопочку «Включено», «Отключено» несколько раз, появится кнопочка «Сбросить расширение». Сбрасывайте, и должно все пойти нормально. На крайний случай напишите в техподдержку. Все, друзья, на самом деле я вам сказал самые основные моменты, которые надо учитывать. Чем больше вы просматриваете этих баннерочков, баннерочки очень часто выпадают при обновлении страниц, тем больше вы работаете в интернете, тем выше ваш рейтинг. От рейтинга зависит заработок напрямую. Вот, допустим, когда вы приходите, у вас копеечка за короткий текст, 4 копеечки за длинный текст, который здесь вылезет, рекламка, баннер. Вот у меня с уровнем 80 уже 2,2 копеечки. То есть видите разницу, да? Чем выше уровень, тем больше заработок от просмотра рекламы. Ну, для того, чтобы уровень повышался, поначалу он быстро повышается, от количества просмотренных баннеров все это зависит. Чем выше рейтинг, тем больше нужно просмотреть рекламы для перехода на каждый следующий уровень. Так, что еще, друзья, здесь интересного? Ну, да, реферальная система. Здесь очень интересная реферальная система. Вот, прочитайте партнерскую программу. Идет до 10% с рефералов. С всех 10 уровней. И до 10% от рефералов рекламодателей с первого уровня. Если вы правильно все сделаете, если вы привлекете несколько рефералов, если вы объясните вашим рефералам, что нужно здесь делать, зачем следить, чтобы они не потерялись, как многие мои рефералы, которые вот весной я сюда пришел, начал рефералов приглашать, многие потерялись уже давно, сразу же в первые дни. Кто-то остался и продолжает работать, зарабатывать и привлекая своих рефералов. Заметьте, у меня своих 161 реферал и
ниже на уровнях, вот уже 56 еще на втором уровне есть, 18 на третьем и 4 на четвертом уровне. Чем больше у вас рефералов, тем больше, соответственно, доходов. Вы только представьте, допустим, на первом уровне у вас, например, 10 рефералов, и у них у каждого еще по 10 рефералов. Это уже второй уровень 100 рефералов. И от этих 100 вы уже будете зарабатывать со временем 10% от дохода. Представляете, да? А если у них по 10 еще будете, главное всем людям объяснить, как здесь надо работать. Если сами не можете объяснить, если в скайпе там стесняетесь или еще что-то, кидайте ссылку на это видео, пусть смотрят и понимают, что нужно здесь делать. Друзья, хочу вам показать, что вот этот баннер, который Surfener выдает нам на просмотр, он независимо ни от чего работает. То есть если мы сейчас закроем вот эту вкладочку, где он есть, он обязательно у нас будет вот в этой вкладочке. Можно обновлять страницу, ничего страшного, он снова появится, видите. Ну то есть ничего на него не действует, в отличие от других тизеров. В других тизерках обновлять страницу при просмотре баннера нельзя. Ну на этом, друзья, о работе, наверное, все. Со всеми этими вкладочками вы сами знакомитесь, все прочитаете. Ну, расскажу еще, как, допустим, здесь добавить рекламу. Все просто, жмете «Добавить рекламу», сюда вводите ссылку на какой-нибудь сайт, ну, как вы хотите прорекламировать, жмете «Продолжить». Здесь пишите заголовок объявления, какое вам надо. Вот он, видите, ниже появился. Здесь подробное описание. Все, вот такой баннер получился. Можно, можно прикрепить картинку, грузите с компьютера баннер и жмете «Продолжить». После того, как вы нажмете «Продолжить», надо будет выбрать настройки, кому сколько раз показывать, не чаще, чем во сколько-то, выбрать продолжительность, и можно выбрать таргетинг, то есть страна, мужчина, женщина и возраст. Жмете «Продолжить», все, ваш баннер сохранился, вам необходимо будет за 1000 показов заплатить определенные деньги. Ну вот, допустим, я давал как-то рекламу, сейчас вам покажу мои рекламные объявления. Давно это, правда, было. Вот был баннер. Вот. Ну, в общем, друзья, реклама работает. Реклама этой пользуется очень много людей, так же, как ее и смотрит много людей. Переходите по ссылке под этим видео, регистрируйтесь, разбирайтесь, читайте базу знаний, обязательно читайте. Вот это все необходимо прочитать. Просто не пожалейте 30-40 минут своей жизни. Зато потом вы будете все знать и сможете объяснить своим рефералам. Хороших вам заработков. Если что будет непонятно, друзья, спрашивайте по контактам, которые найдете под этим видео. Всем много рефералов, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и всем пока. Ах да, друзья, самое интересное, я же забыл, наверное, очень хочется нам же вывести деньги. Друзья, давайте найдем вывод средств. Давайте найдем. Вот у меня баланс 575 рублей. Ну, давайте выведем, ну, например, 500. 500 рублей. Куда выведем? На Яндекс деньги, да? Так, вот это мой кошелек. Сумма вывода 500 рублей. Комиссия. Ну, комиссия вообще микроскопическая. Так, ну, давайте выслать мой пин, да? Пожалуйста. Так, ваш пин-код. Пин-код. Ага, копировать. Так, теперь вам нужно этот пин-код вставить сюда. Вставить. Отлично, жмем «Вывести деньги». Заявка успешно отправлена, ожидайте в течение часа. Окей. Ну, теперь нам остается только ждать поступления. Как только деньги придут, я снова запущу запись видео и покажу вам. Сейчас смотрите 21.51, 21.08, друзья. Ну, на всякий случай обновим. Ну, пока не появилось, ждем. Ну вот, друзья, прошел примерно час с лишним. Вот, значит, пришли, видимо, денежки. 21.08, 22.55, Pay3.com, пополнение, сумма 500 рублей, 12 копеек. Почему 500 рублей, 12 копеек? Черт ее знает. Может быть, бонус какой-то. Ну, в конечном итоге... В любом случае, это хорошо. Спасибо сервису Surfener. Ну, на этом заканчиваем наше видео.
Хороших вам заработков, друзья. Регистрируйтесь, пробуйте, зарабатывайте. Всем удачи и всем пока.